Соперник был хороший. Навязывали борьбу, играли простой футбол, били вперед, накрывали. Было тяжело. Хорошая была игра, но я рад, что мы выиграли. Добились желаемого результата, победы. Вам сложно было, да, перестроиться под такой футбол, через длинные передачи, без короткого паса фактически? Поле мешало, было такое? Ну, поле, конечно, нанесло свои коррективы, кочки, нельзя было играть в пас, короткий мяч дробит, прыгал. Ребята сумели подстроиться, решили задачу, это самое главное. Ты во втором тайме вышел, сразу атака оживилась в ЛНЗ, начались моменты, сразу забил. Как забил гол, кстати, расскажи, потому что там Славик бил и рикошет, и непонятно было со стороны. Ну, в центре дали передачу, я принял, отдавал на Славика. Славик не успел, Саня Колов подхватил мяч, отдал ему передачу, по-моему, так было. И Славик протащил слева по флангу. Или, ну, бил или он, или отдавал передачу, это не столь важно, главное, что мяч в сетке. Ну, ты там подставил, да, ногу как? Да, я поставил ногу и забил. Ну, и потом сразу заработал пенальти, да? Да, тоже ситуация, Славик дал хорошую передачу в разрез, у меня оставалось это подставиться и заработать пенальти. Доволен своим выходом на замену таким? Я доволен победой, команда сегодня выиграла, это самое главное. Что по Диме Казаченко скажешь? Сегодня спас команду. Дима выручил, да, в первом тайме очень здорово сыграл, как и обычно. Выручает команду, это хорошо. Говорится, вратарь это пол команды, он очень здорово сегодня выглядит.